Остановить «Динамо-машину» в самом начале ее движения – задача не из легких. Магнитогорская «Динамо» в этом сезоне считается одним из главных фаворитов на золотые медали. В итоге для победы «Алтай-Баскет» заготовил целый арсенал приемов. Мы разбирали каждое взаимодействие «Динамо-Магнитогорска» достаточно скрупулезно. Вот. Тем не менее, они сегодня тоже преподнесли кое-какие сюрпризы. Вот. Они сегодня навязали нам много зонных построений. Но в целом, считаю, что благодаря хорошей работе скаутинга мы были к этой игре готовы лучше. Разминку боем этой осенью с магнитогорцами барнаульцы провели в Кубке страны. Тогда этот матч для хозяев паркета закончился оплеухой, где табло показало плюс 19 в сторону уральцев. Баскетовцы стиснули зубы, разобрали ошибки, усилили тренировки. Результат – битва на равных с опытным соперником. Отдельная линия – игра вот этого паренька с 11 номером. Его зовут Сергей Лапин, ему 22. Молодой, подающий надежды, как говорят наш воспитанник. Те самые надежды оправдал сполна, об этом лучше всего расскажут цифры. В этот вечер Сергей стал самым результативным игроком в составе обеих коллективов. Записал на свой счет сразу 20 очков. Эмоции зашкаливают на самом деле. Очень прям рада, что первый матч в сезоне выиграли в такой сильной команде. Это прям очень круто. В прошлом сезоне «Алтай-Баскет» был слаб, беззащитен, не сыгран. В этом, похоже, начинает возвращать былые позиции. 70-68 – таков итог первой домашней игры. Кирилл Политов, Николай Шилко. Наши новости.